Всем привет, с вами Inform TV. След – известный детективный сериал, который окружил себя большим количеством поклонников, а все благодаря великолепной игре актеров. Большинство зрителей, которые наблюдают за острым сюжетом, уже буквально успели породниться с героями за столько лет вещания на телеэкранах. Андрей Холодов – капитан полиции и самый забавный персонаж многосерийного проекта. На протяжении 2000 серий он был безупречным другом для еще одного героя Ивана Тихонова. Они регулярно появлялись вместе, но в последнее время бывшие напарники работают порознь. Зрители привыкли лицезреть Холодова как милого, пухлого добрячка в очках. Поэтому для всех было совершенно неожиданно, когда главный программист ФЭС предстал в совершенно новом образе. Мужчина изменился кардинально, и надо заметить, что в положительную сторону. Именно герой Андрей Холодов и принес признание и славу актеру Руслану Сасину. Несмотря на то, что популярность он обрел благодаря сериалу «След», за его спиной немало ролей и в других фильмах. Впервые он появился на экранах в небольшой роли в военном сериале «Штрафбат», а позже принимал участие в таких проектах, как «Танцы на высоте», «Зайцев плюс один» и «Полицейский с Рублевки». В какой-то момент Руслан категорично решил взяться за свое здоровье. Актер стал усердно заниматься спортом и практиковать полезное питание. Благодаря усилию и воле ему удалось сбросить более 60 килограмм. Мужчина приобрел стройную фигуру, набрал мышечную массу и избавился от пухлых щек, которые, как ни странно, очень нравились его фанатам. Усердие и труд превратили когда-то полноватого парня в настоящего Арнольда Шварценеггера. И на этом Руслан останавливаться не собирается. Как вспоминает актер, самое трудное было побороть желание постоянно набивать свой желудок едой. Что ж, пожелаем ему, чтобы все его мечты сбылись. Если вы любите смотреть сериал «След», ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!